Вместо пожарных гидрантов в руках удочки. Улов, конечно, небольшой, но уже сама возможность отдохнуть и насладиться природой дорогого стоит. Спасатели и пожарные Ивановской области разбились на команды по 3 человека и устроили из рыбалки соревнования. Ловлю организовали на уводе. Живность здесь весьма скромных размеров. А потому за 4 часа соревнований поймали всего чуть более 3 килограммов рыбы. В пересчете на штуки 216. Самой опытной оказалась команда пожарных из Гаврилова Посада. У них первое место. Впрочем, это как раз тот самый случай, когда важна не победа, а участие. Многие приехали семьями. Терентьевы при нас поймали своего очередного окуня. Но их скромному улову уха не грозит. Что есть, то есть. Зато свое. Азарт превыше улова. Думаем, потом отпустим. Что, чтобы вот такие выросли, да? Да.